Ночь, сауна, дастархан, любовное ложе и ночные бабочки, пытающиеся упорхнуть от света. Правда, сделать это так просто сегодня не вышло. В карманах у жриц любви меченые купюры. Представительницы древней профессии о своей трудовой деятельности рассказывают неохотно. Кто-то говорит, что 3 дня в нелегком бизнесе, кто-то 2 месяца, а кто-то честно признается, что более 10 лет занимается интим-услугами. Сутками сидит. Как клиент обслуживаете, правильно? Так, да? Ну, отвечайте. Я. И сколько получаете с клиента? Договаривайтесь. 6 тысяч. Администраторы саун, в которых женщины легкого поведения зачастую обслуживают клиентов, своей вины в интим-бизнесе не видят. Вы получили с клиента деньги? За сауну. За сауну. Да сколько вы получили денег? 2500 за сауну. Будьте любезны, добровольно выдайте деньги. Пожалуйста. Так, понятые, пожалуйста, смотрите. Келлингстер. Понятые граждане. Қазақстанда менің қолымдағы 2 теңгелік купюра VG56-92-157. Біздің купюрамен салыстырамыз. Смотри сюда, сөйле. Кен сәуле апай. Видите, ксерокопия. Мына мен тура келіп тұр, мына VG569-2127 деген мына. Мынамен келіп тұр. 5 теңгелік купюра. Все же платят. GA7260. Только за 4 последних дня зимы сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью на учет поставили 33 девушки легкого поведения. Административную ответственность понесут 3 содержателя притонов, а 2 сводницы понесут уголовную ответственность.